what's your name? Oh no, I'll never be the same. Oh, you've been changing me. From trying so hard not to play the fool, to do you know that you're beautiful. Oh, you've been changing me. Just take some time, but little by little, yeah, we'll get it right. Почему янтарный город янтарный? Потому что мы живем в янтарном крае. Потому что шапки у вас оранжевые. Потому что он находится в Калининградской области. Что такое дорцы? Это деньги, которые жители янтарного города производят оплату в конце смены. Ваши деньги. А валюта с рода. Это купюра. Валюта с рода. Что можно купить на них? Все, что они пожелают. Не знаю. То, что вы продаете. Да что угодно, я не помню, это давно было. Какое количество волонтеров и квартальных проживает на территории центра? Квартальных волонтеров, ну, тоже 10. Я думаю, 50 человек. Сколько кварталят проживает в янтарном городе? 160. 104. 120. 160 написано в листике. Самое любимое блюдо кварталенка? Я думаю, сумма. Вот это я затрудняюсь ответить. Фрукты. Куриный суп. И что такое сонник? Сонник – это когда тебе снятся сны, их можно расшифровать. Сонник – это как полдник, только перед сном. В каком году сборная России по футболу выиграла чемпионат мира по хоккею? О, это я точно не знаю. Ты помнишь? 17-м. Я не знаю. Скажите, вы умные. В 2002-м. Нет, не знаю. Ну, не было такого, чтобы сборная по хоккею выиграла чемпионат по футболу.